Получается, с нуля у Есипенко образовалась граната. Просто, ну, ниоткуда. Те оперативные материалы, которые составлялись, они не соответствуют инструкции. Инструкция является фактически законодательным актом, который должны беспрекословно в своей деятельности использовать оперативные сотрудники. Дальше у нас уголовно-процессуальный закон требует, что если лицо является уже подозреваемым, заподозренным, и проводится проверка в соответствии с статьей 144 УПК, то есть производятся проверочные мероприятия, связанные с тем, что лицо подозревает в совершении преступления, ему в обязательном порядке должен предоставляться адвокат или хотя бы разъясняться такое право. Такие права Есипенко не разъяснялись, адвоката ему никто не предоставлял. Ну и далее у нас вишенка на торте, это было заключение эксперта Галкина, который в своем заключении вообще не привел ни одной методики, которую он применял. Были уничтожены, как я считаю, вещественные доказательства, которые должны были исследованы. Это кольцо на гранате, усики на гранате, да, которые якобы тоже были с переделкой определенной. Они не были штатными. На мою думку, це ганебний суд. Владислав лише готував репортаж для радіо «Вільна Європа», радіо «Свобода». Його незаконно затримали той рік спецслужби. На суді він свідчив, що його катували, йому відмовляли в адвокаті. Після затримання його спецслужбами суд серйозно не вивчив усі факти і просто повторив наратив ФСБ щодо роботи влади. І це повністю неприпустимо. Ми заперечуємо всі обвинувачення проти нього, ми заперечуємо вирок, який йому винесли. Ми хочемо, щоб його звільнили негайно, і він повернувся до своїх дружини і дочки.